Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, новые задания. Ага, тут, кстати, мы с тобой в тот раз не забрали. Крылья, ускоритель, фляг. Выиграйте 5 гонок на снегоходе, нет. 6 поворотов в ржавом рифе. Ну что за задания дают, а, ребят? 6 поворотов в ржавом рифе. Да не сделаю я эти повороты тебе. Просто не сделаю. Так, всем привет. Всем привет. Так, поздоровались с нашими ребятами. Так, поставим разблокировку. Ну что, друзья, попробуем сегодня взять 6000 кубков. Кубок Штормрайдера. Первое, что нас встречает... Ну, поменяем просто вид гонщика. Давай вот этого возьмем. Робота. С пеньком на голове. А почему у нас кубок Штормрайдера? Как бы тебе это объяснить попроще? Смотри. Все, что ли? Кроме Волкова. Вот это фокус, друзья. Вот это мы, блин, погоняли, называется. Но байкер, конечно, первым попал. В немилость. Тихо. Так, вот он на своих крыльях любви летает. Wild West. Опа, ребят, первое место. Первое место я получил. Как ястреб. Так, и, кстати, гонка у нас последняя. Я ненавижу вот эти вот... Слушай, вот эта вот раскраска мне нравится, ребята. Смотри, вот у Волкова. Я такой, кстати, на ХКР-ке вообще еще не видел, если честно. За всю игру, сколько играю. Нормально у меня тут машину расколбашивает. Каким я пришел? Я пришел третьим. И по итогу, ребят, и по итогу первое место у меня. Чудом, чудом получилось все. Так, ускоритель дым. Что такое время? Оперативная разблокировка сундука. А почему я не передвинулся? Почему я не передвинулся? Глубоководная езда. Да, испугался, сбросил, ребята, подгазовочку. И, как ты понимаешь, это все зря было. Ну что ты... Глазам своим не верю. Глазам своим не верю, ребята. Чтобы вырваться вперед, они же там меня просто обогнали, обделали по полной программе. Но я все-таки вырвался вперед каким-то чудом чудным. Я хочу вниз. Да ну, блин. Так, он отдуплится или нет? Так, ему повезло, ребята, что он успел урвать... Как это назвать-то? Горючее. Он просто его успел урвать. Хмырь болотный. Куда летим, я не знаю. Мы летим с тобой на бочке. А нет, бочки мы пролетели. Ну и прекрасно. Ой, как хорошо-то. Ой, как у нас удачно, ребят, все сложилось. И вовремя и везде приземляемся-то прям. Опа, и на финишную. Кстати, давно вот этого, вот именно вот этого глубоководной такой езды давно не было у нас.
Это прям, так скажем, свежий глоток воздуха. Да-да-да-да-да-да-да. Я помню. Так, зефирки. Пробирки. Возьми горючее, главное. Так, не надо. Тут без этих... О, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ну как так-то, друзья? Замельтешил. Щеглазадый. Замельтешил. И в этот момент, ребят, мы просто как эти... Как Дэнди, истинный одет, мы подлетели и обогнали его. Это было хорошо. Да я не буду здесь особо выпендриваться. Фига там, чувак, ты видел, что он там наяривает? Он всякие кренделя там делает. Кренделя или... Кенделя... Канделябры, как это называется правильно. Пока они там все прыгали, я... Торпедкой. Я просто, ребят, торпедкой вылетел. Ну и занял, естественно, первое место. Так, идеальный старт получилось. Ну, всякое бывает, сам понимаешь. Так, давай без... Опа! Как, а? Просто идеально, ребята. Залетел, как говорится, в лузочку. В лузочку, в луночку, ё-моё. И первое место. Вот так вот. Вот так, ребята, мы голозадых устраняем. Ну. Летучий. Типа летучий голландец, что ли? Или что за летучий? Ну давай ты езжай, сзади уже вон барыга какой-то едет. Блин, неужели... Нет, не получилось обогнать его. Да какого фига, блин, он приперся-то вообще. На гнилой кобыле, блин, где-то там сзади шоркается чмошник, блин. Давай, переворачивайся, отлично. Все, пошла маза. До свидания, щеглазадые. Чтоб больше я вас не видел. И финиш. Да, ребята, по идее должно быть первое место. Угу, так оно и получается. Так, как дела? Рэй, когда ролик будет? Сегодня будет ролик. Ролик будет сегодня. Так, ну что? Поехали дальше. У нас, ребята, мистический кубок. У нас сегодня будет мистический кубок. Так, здесь, как обычно... Продуман, что ли, самый, я смотрю, да? Самый продуман. Опа. А мне, кстати, ребята, повезло, знаете почему? Я сбавил скорость и встал на дорожку ровненько. И пока они там все в прыжке набирали скорость, мы с тобой на земельке быстренько бустанулись. То есть секешь, да, о чем я? Вот, а вот это зря. Вот это было, ребята... Это было очень дерьмовенько, если честно, сделано. Опа. Так. Давай, 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 давай. Есть. Шикарненько. Ручки помнить, несмотря на то, что, ребят, мы с вами сколько, ну, не играли? Наверное, недельку? Так, вот здесь мы сделаем немножко по-хитрому. Вот так вот. Но, опять же, без набора скорости. Ух, ёк, макарёк, я уже думал, сейчас врежемся, залетим, куда не надо. Все, три первых места дает нам право на две шкатулки. Да нет, ребята, я шучу. Три первых места дает нам право на победу. То есть получить первое место. Опа, вот, ты понял, да? Поэтому, ребята, иногда лучше сбросить скорость.
Я раньше тоже как оголделый несся. А теперь лучше лишний раз сбросить газку и спокойно проехать. И не толпиться, как говорится, в куче этой. Угу. Так, ускоритель фляг. О, новая краска. Ну, на снегоход. Ребят, на снегоход. Вы же прекрасно понимаете, что я на снегоход. Мне, кстати, один из подписчиков говорит: Рэй, дай мне какие-нибудь координаты, куда скину тебе рекорд по моноколесу. Фигово, что у меня Дискорд еще фигово работает. Ну, не настроен. Я бы просто хотел бы посмотреть, ребята, рекорд на моноколесе лучше, говорит, чем у тебя на ХКРке. Ой, на ролике. Слушай, ну ведь нормально едем, ну. Давай, 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 не спотыкайся где, нигде там. Фу! Ништяк. Ну что, ребята, третья гоночка. Не обделаемся, не посрамим. Опять тут чудовище у нас, да? Ну, ну. О, байкер, как ты так глупо, тупо и нелепо мог на финишной там звездануться? Я не понимаю. А что за гонка? А, грязная дорога. Так, ну что тут вниз? Там кто-то что ли на попрыгульках опять? Или мне послышалось? По-моему, ребят, там кто-то на попрыгушках. Ну, я имею в виду на амортизаторах. Был. Ну да, да, да. Слышал, да? Бринк, бринк, брянкает там. Своими этими. Только я не могу понять. А, так это баги, ребят. Седой. Так он мало того, что на попрыгушках, так он еще и на форсаже шпарит. Плюс еще монетный ускоритель. Ну и все. Первое место у меня, ребят, в кармане, потому что два первых места я занял все-таки. Так, я вниз. В эту расщелину. А я опять, да, тупанул? Да, ребят, я опять тупанул. Мне надо было, блин, поверху ехать. Ну, вот так всегда. А что такое-то? А что, у баги не хватило запала, что ли? Я не пойму. Первое место все равно занимаем. У баги не хватило запала, чтобы просто запрыгнуть. Так, у нас тут зима. Попробуем, ребята, зимушку, зиму проехать на суперкаре. Ну, не... блин, ну понятно, из этих вот прыжков дурацких. С колесами все нормально, ребят. Колеса здесь у нас прям вот идеально заточены. Какой горючий? Какой, блин, горючий? С какого перепуга так быстро горючий закончился? Эй! Ну, ребят, вы уж извините. С какого, блин, перепуга закончилось так быстро горючее у меня на суперкаре? М? Объясни-ка мне, пожалуйста, вот это вот. Иди ты в пень. Уже шпарит, там летит. Хлыщ недоделанный. Просто там наярит. Ты посмотри. Ты посмотри, как они нас, ребята, здесь
нагоняют. Теперь я, блин, с этим охламоном еще соревнуюсь. Ну вот, 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 вот. Бесева, прям бесева, ребят. Все. Фейл. Фейл гонка, ребят. Ну, понятно. Никогда, блин, не врезался, а тут на тебе. Опа. Чувачка там хорошо раскочепарила. Первым. Первыми мы приехали. Ну, приехали не первыми, но по сумме очков у нас, ребят, все получилось как надо. Давай дальше. Блин, ненавижу вот эти вот, ребят, трассы. Давай, 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 родной. Выжил. А он там на баге своей недобитый гоняет. Так, здесь какой-то должен быть подкол. А какой тут подкол? Подкол в том, что я все-таки, ребят, первое место здесь урвал. Вот это подкол. Всем подколом подкол. Тут главное не занять последнее место, ребята, иначе можно проиграть по очкам. Так может только папа. Да. Так может только папа. Хуже не придумаешь. Лесной кубок. Слушай, лесной кубок, это можно проехаться мне на моем суперкаре? Можно тебе проехаться на твоем суперкаре и не заработать ничего. Да, третья позиция. Хотя ехали, в принципе, неплохо, ребят. Ну, за исключением наших вот этих вот дурацких прыжков поднебесных, которые мы обожаем просто. Во, вот это вот, просто обожаю, ребят, когда он приземляется. Опа. Я-то перевернулся, а фура, кстати, нет. У фуры не получилось. Нормально. Но опять скоростной здесь у нас участвует. Что, во всех гонках, что ли, блин, участвует этот скоростной? Опа-на. Хопа. Ну давай ты набирай скорость-то, господи. Ну, как в штаны наложивши там. Брынкает. По-моему, ребят, первое место. Да. И опять восхитительные диверсии. Кстати, у нас хватит, чтобы байк-то докачать? Ну, докачать не хватит, но немножечко прокачали. Потом мне сказали: Рэй, качай формулу. Хорошая, комфортная машина, но, подчеркнули, на ровных дорогах. А на ровных дорогах, друзья мои, я вам скажу следующее. На ровных... Ёпрсты. На ровных... Да что ты... Чё-то вообще отвратительно проехали мы. Ну, второе место урвали. На ровных дорогах у меня практически и... суперкар очень неплохо ездит. И байк на супер ровных дорогах ездит, как ты говоришь. Поэтому я как бы, ну, не знаю, для чего тогда формула нужна. Если у него преимущество только в ровности. Давай сюда занырнем. Опа. Замечательно.
Как офигенно мы гоняем. Как офигенно. И все правильно. И все мы сделали правильно. Получается, у нас последняя гонка. Если мы займем первое место на ней, то, возможно, будем первыми. Возможно, ребята. Потому что в первой гонке мы обделались. К сожалению. Ну ладно, раз заехал, блин. Хотя я не хотел, если честно. Опа, опа, дурилку обогнал. Хе-хе-хе-хе. Обогнал дурилку я. Это очень хорошо. И как же, ребят, без тоннелей? Все же соскучились по тоннелям. Верно? Линкс ЗГ. А там самый умный понизу проехался и красавчиком был. Ну, я смотрю. Давай ты! Вот это что сейчас было, ребят? Да понятно, что тут уже все. С какого, блин, перепуга-то? Идиотизм полный. Я вот здесь вот ни разу так, чтобы горючее у меня кончилось. Да ладно, горючее, ребята, чтобы я не заехал. Тут же тупо было в том проблема, что я... Ага, тихо. Вот сюда, вот, вот сюда, вот сюда. Да ну как... Встань, мать... Да. За какое, интересно, мы место тут деремся? За последнее? Ну, понятно, что здесь мне, ребят, ничего не светит. Может быть, третье, если только. Да и то вряд ли. Вообще никакого. Блин, да вы достали уже со своими шахтами. Ну вот серьезно тебе говорю, уже сколько можно их, блин, дрынкать, эти шахты, блин. Байкер, ребята, распластался. К великому моему счастью, байкер распластался. Иди ты отсюда, уже лезет хлыщ какой-то там. Надел на свою машину какую-то парашу и наяривает. Давай, 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 радость моя. Понятно. Вниз. Прекрасно. Так, и последнюю гонку. Я думаю, что мы... возьмем и выиграем ее. Пух и перья полетят. Пух и перья. Опа, опа. Иди. В отстой, ККМ-ка. Просто иди в отстой. Лезет. Еще, как говорится, молоко на губах не обсохло. Так, тогда буду ждать ролик. Привет, Рейн, на 50% прошел сезон. Зашибись, на 50% прошел сезон. Ну, ребят, на самом деле здесь ничего сложного нету, проходить сезон. Если бы я, например, играл бы только в ХКР и больше ни во что, я, возможно, даже за день бы проходил бы. Просто от нечего делать. Сидел бы просто и дрынькал бы. И все. Но ведь нет, у меня же еще помимо этого очень много других дел. Поэтому как бы... Поэтому я растягиваю это все на месяц. Да и к тому же, если мы с тобой быстро бы проходили бы, к примеру, чем бы я занимался остальное время? М?
Давай, 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 рычаг. Да какого ты, чё ты? Ребят, ну это тупизм уже. Пипец. Вот всякое было. Ну вот такого дебилизма вообще не помню, чтобы был. Просто зажали крокодила и все. Они меня не выпускают, ребята. Не. Не выпускают мою тачку. Маразм, блин. Просто это был маразм. Причем на тех местах, где никогда вообще за свое время не фейлился, ребят. Просто никогда. Сколько у нас там? 5 очков. Второе место. Ладно, пускай будет второе место, но последнее. Так, поехали. Подвесные мостики, да? Ну, я тебе скажу, тут первое место. Тут на байке хорошо ехать, если честно. Ну, в принципе, на суперкаре тоже неплохо гонять. Вот там споткнулся, блин, об валунягу. И все, ребята, и потерял преимущество. Почему из них никто, ребят, не прыгнул в эту, в воду? Между камнями, а? Скажи-ка мне на милость. Ну занырни ты, ё-моё, разочек-то. Перевернись, ублюдок. Не хочет ни в какую. Но он ублюдок на самом деле. Болотистая дорога. Капитан Америка, что ли, типа, да? Вопрос. Как он там пролетел, если даже там полено, он должен был полено врезаться. В любом случае, вниз головой-то перевернулся. Но он проехал, как будто там никого, ничего и не было. Посмотри внимательно, как он летел. Да, лучше здесь проехать. Слушай, ну нормально. Нормально. Отжег я здесь. Как ты меня раздражаешь, нервируешь прямо, а? Красиво, красиво, ребятушки, он распластался. Есть справедливость на белом свете. Так ему и надо, размазал его там по ящикам. Хлыща недобитого. Ну, а у нас магнитная цепь. Фабрика. Не надо мне сюда. Так, наверху кто там у нас? Звезда. Ах, звезда ты, звездочка, звезда. Он на крыльях, что ли? Мне плевать, на чем он там. Мне плевать, на чем он там. Мне-то главное занять, ребята, первое место. Опять, что ли, звезда тут лезет? Да? Эй! Ну, чё за дебилизм, блин?
Просто, ребята, зависает игра, и все, блин. Прикинь? На ровном месте, блин. Не то, что даже зависает, а просто как будто... Ага, прекрасно. Прекрасно я далеко. Отлично. Все. Все, ребятушки, проехал прям изумительно. И у нас пещера ледяного огня. Кстати, один этап здесь. Один этап. Насколько я могу понимать, один этап — это у нас именно через крышу идет. Тьфу ты, крышу. Ну да, в принципе, через крышу. То есть мы сейчас с тобой взлетаем. Взлетаем. Воу! Вопрос. Хмырь недобитый. Как он там? Так. Еще и баговский. Ну, баги-то понятно. Предназначен, да, для этих выкрутасов? Бой. Отлично. Отлично. Мы с тобой всех тут, ребят, порвали. Просто всех. Красиво. Вот это я понимаю, ребят. Вот это мы прокатились. Жить. И опять шахты. Ну куда же без них-то? Ну, ну куда без этих шахт? С этим говнорезом, блин, теперь. Ну! Ух! Силушка богатырская. Отщедрючил, словно чучу, понимаешь? Словно, ребята, чучу я его отщедрючил. Давай заедем не спеша. Тихо шифером шурша. Ну а дальше просто на легком таком расслабоне, ребята. Просто на легеньком расслабончике едем. Да? Как-то так. Ну и чего? Молодец, красавчик. Горючку прям вот вовремя взял, и как надо. Так, тут вниз. Опа-на. И в домике. Ну что, друзья, остается нам последний заезд. Что там у нас за трасса? Горный кубок. Это тот самый горный кубок, о котором я думаю, или не тот же самый? Чтоб ты там размазался, чмо. Чтоб ты там размотала, говна кусок. Нет, не размотала. Я думаю, что сейчас размотает его. Я желаю этого всеми фибрами души, ребята, чтобы его размотало там. Говнаря этого несчастного. Просто чтобы размотало, как щеглазадово. Так, ладно, последняя гонка. Если у него колеса прокачаны, то плохо будет для меня. Да-да-да-да-да. Я так специально сделал, друзья. Заныриваем вниз. Опа. И, по-моему, на финиш летим. Да. Фьюх. Как-то так, ребятушки. И никак иначе. Топливный ускоритель для автобуса.
Ну что, поехали, прокатимся разочек на нашей дерганой старушке. Боюсь, ребята, это не дерганая старушка, это тихоходные корыта. Во-первых, у нас здесь нет крыши. То есть любой какой-нибудь косяк, и я просто размажусь. Во-вторых, он в горку он вообще не едет. Да. Убейся. Убейся, убейся. Ну ты переворачиваться-то будешь? Прям какая-то чудо-машина, ребята. Чтобы вот так вот встать и ни туда, ни сюда. Ну, все поняли, да, что я здесь сфейлился. 391 метр проехал. Так оно, ребята, и понятно. Корыто-то не прокачанное. Вообще никак. Поехали лучше здесь прокатимся. Ой. Ой-ой-ой. Блин, там вода. Фу. А как так получилось-то? Вот сейчас я не понял, ребята. Он же не перевернулся же полностью. Сзади тоже ККМ-ка, да? Мы опять что ли с этим соревнуемся? С черепоголовыми? Все время мы с ними соревнуемся, я заметил. Тут что взять? Ну давай возьмем, наверное, этот формулу, блин. Ничего. Да. Этого и стоило ожидать. Да, ребята, мы соревнуемся опять с черепо... Хотя, какие черепоголовые? У меня тоже вон череп на этой, на эмблемке. Давай, скутерок, не подведи меня. Давай хотя бы до финиша доедем. Фиг с ним, пускай не первыми, но хотя бы доедем. Сзади тоже чувак на драндулете. Попробуем. Ты видел, там автобус назад откатился? Сейчас будет, наверное, попрыгульки свои там врубать. Ага. Вот в чем тут суть была. Я, мы там с собой бустанулись. Нормально. Отлично. Так, здесь. На тракторе поеду. Здесь же коробки, да? Давай, давай, давай. Убирай это все. Хана нам. А как у него там трактор подлетел-то? Я не понял даже. Ну, здесь более-менее, ребята, у чувака формула прокачанная, поэтому он и займет, наверное, первое место, скорее всего. Фига там чувак еще сальтоны крутит на нем, а? Нормально? Я тут боюсь упасть, а он сальтоны там наяривает. Слушай, ну скутер довольно неплох. Неплох. Все.
Так, ребятушки, ну что, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.